Жанна Ивашкина – многодетная мама в предвкушении близкого новоселья. Большой семье – большой дом на русском острове. Как все здесь обустроить, решила давно. Это у нас одна из спальных комнат. Скорее всего, это будет детская. На втором этаже у нас 3 спальных комнаты. Вот тоже такая большая, уютная, 2 окна с хорошим видом. Вступая в число пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остров», Жанна и представить не могла, что ждать своего дома придется более 10 лет. Организацию создали в 2012 году. Специально, чтобы построить жилье преподавателям ДВФУ, ученым Дальневосточного отделения Российской академии наук и многодетным семьям. Стройка началась в 16-м, и в 18-м казалось, что поселок вот-вот будет заселен. Но начались проблемы, типичные для всех долгостроев. Кооператив сменил 3 подрядчиков. Раз за разом приходилось переделывать проектно-сметную документацию, менять пришедшее в негодность за время простоя оборудования и исправлять недочеты. А это все время, деньги и нервы пайщиков. Когда уже вот правительство подключилось к нам, конечно, уже прям радость. И чувство, что скоро заедем. В ЖСК «Остров» 252 дома, 224 индивидуальных коттеджа, 20 дуплексов и 8 многоквартирных трехэтажек. Огромный поселок на территории 70 гектаров сейчас готов на 97%. Завершает строительные работы новый генподрядчик. Источников финансирования несколько. Это Федеральный фонд «Дом РФ», региональная структура «Фонд обманутых дольщиков». Добавим к этому списку частные инвестиции и субсидии из краевого бюджета. Достройка «Острова» перевалила за 500 миллиардов рублей. Выделены средства 250 миллионов на строительство автомобильной дороги, подъездной к жилищно-строительному кооперативу. Также в настоящий момент правительством прорабатывается вопрос о возможности привлечения специального казначейского кредита в размере 120 миллионов рублей для дополнительного производства работ по благоустройству. На текущий момент денег на достройку всего, что осталось, хватает. Самое главное – удалось избежать повышения паевого взноса. Этого опасались участники кооператива. Вышло даже так, что в ЖСК еще можно успеть купить жилье. Все идеальные жилые дома раскуплены, а в квартирах имеется 30 свободных квартир. Цену сейчас определяет фонд поддержки обманутых дольщиков, так как он нас финансирует дострой. Ориентировочно это будет в районе 120 тысяч рублей за квадратный метр. Точнее будет известно в ближайшую неделю-две. По поводу опасений для новых пайщиков. Нас финансирует корпорация развития Приморского края в лице фонда поддержки обманутых дольщиков. За последние годы они ввели более 19 объектов долгостроев. И поэтому пайщикам, вступающим на МКД, опасаться нечего. Этот объект будет завершен и будет сдан. Сейчас на площадке ЖСК «Остров» основные строительные работы подходят к концу. Эти 8 многоквартирных домов достраиваются за счет средств краевого бюджета. Квартиры в трехэтажках полностью готовы к чистовой отделке по индивидуальному вкусу будущих жильцов. Осталось довести до ума подъезды, и объект можно сдавать. По всем многоквартирным домам у нас все квартиры полностью готовы, абсолютно каждая квартира. Сейчас в данный момент ведутся работы только по местам общего пользования. Финальная отделка, шпаклевка, затем покраска. В квартирах имеется стяжка, штукатурка на стенах, естественно, водоснабжение, отопление и газ с электрикой. На 5-м участке ЖСК расположены так называемые дуплексы – дома на 2 семьи. Участок расположен в низине, близко к морю. Рельеф и так непростой, а из-за длительного простоя строителям пришлось постараться, чтобы все здесь привести в порядок. Здесь начаты работы по выполнению благоустройства. Это вертикальная планировка, отсыпка отмосток зданий и сооружений, обратная засыпка дорог скалой. Ну и, соответственно, скоро мы начнем здесь ставить уже бордюры и выводить все в финишное покрытие. Также заканчиваем работы по устройству крылец на дуплексах и параллельно выполняются работы по устройству леерных ограждений на подпорных стенках. В середине апреля здесь будет последняя крупная поставка оборудования для газовых котельных. Параллельно ведется работа по передаче готовых объектов в собственность кооператива. На текущий момент генподрядчик передал кооперативу 37 домов. Также специалисты ресурсоснабжающей организации принимают готовые к эксплуатации сети газоснабжения. Работы идут по графику. Проблема недостроев, когда строительство идет не с нуля, они всегда возникают. Корректировки проекта, переделки, где-то простой был большой, то здесь, например, 2 года был простой, что-то пришло негодность, приходится переделать. Работаем параллельно, видов работ очень много,
И поэтому, если у нас переделывается какой-то отдельный вид работ, и мы знаем примерно, какое проектное решение выйдет, потому что мы в тандеме работаем с проектной организацией, мы стараемся опережать и делать это заранее. И потом, когда выходит уже проектное решение, узаканивать свои работы и вводить в эксплуатацию какой-то отдельный вид работ. Нет такого, что что-то простаивает. Сдача ЖСК «Остров» запланирована на август. 378 семей должны наконец-то получить долгожданные ключи. Стройка находится на особом контроле главы региона. С вводом в эксплуатацию этого объекта список долгостроев сократится.